Вопросы ВКонтакте выиграло видео «Что в моем телефоне?», поэтому мы с Бенч Вулопом сели снимать это видео. Просто мне очень одиноко, поэтому я позвала именно его. Мой телефон — это Samsung Galaxy Alpha в малиновом чехле, если его открыть, то он, естественно, коричневый. Угу. И тут кармашек. Ми-ми-мисный. При нажатии на эту кнопку, просто я не знаю, как это назвать, тут мы видим дату, время, шагомер и погоду, естественно, секретнейший пароль. Тут из любимого — это интернет, телефон, сообщение. И музыка, музыка. И Play Market, естественно. И камера. В общем, тут все любимое. И на второй страничке главного экрана тут ускоритель и фонарик. Мне очень нравится, что это именно виджет, то есть как на айфоне. Давайте я ослеплю вас. А когда мы заходим в меню, из первой странички моя любимая — это саморазвитие. Потому что, ну, это так понятно, если вы не знаете, что это такое, в общем, тут книги. Они работают без интернета, естественно, если вы добавите их в вкладку «Мои книги». То есть, например, вот вам понравилась какая-то книга, нажимаете «Читать», и она добавляется в вкладку «Мои книги». Если у вас даже нет интернета, вы можете ее почитать без интернета. И причем бесплатно. На второй страничке моя любимая — это Google Plus, YouTube. И все. Ну, это и так понятно, потому что тут хранится всякая билиберда, которую я вообще не пользуюсь. Еще мне нравится SHAT, ну, то есть там мерит пульс, шагомер и так далее. Это идет встроено. И на третьей страничке у меня две папки. Первая папка называется «Важное». В общем, в папке «Важное» находятся такие приложения, как ВКонтакте. ВКонтакте ID Aziz Green. Можете подписаться, все ссылки в описании. Инстаграм. Инстаграм — это вообще самое любимое приложение, и сейчас у меня как бы новый Инстаграм, это Aziza Pet, поэтому вы можете на него также подписаться по ссылке в описании. Аскафе. Да, я есть в Аске. Многие пишут, что типа ты фейк, Азиза нет в Аске. Но сейчас так уже не пишут, но многие раньше так писали. Вот. Ну, в общем, все ссылки опять в описании. Дальше WhatsApp. Про WhatsApp я думаю, ничего вам не рассказывать, тем более мой номер давать — это вообще глупо. Дальше Line. У меня Line with Brown, потому что я поставлю себе эту тему. Line у меня также есть, мой ID Aziz Green. Дальше идет приложение Tasty. Я ничего про него не буду говорить, потому что там я пишу личное. Я хочу, чтобы его вы лучше не читали. Дальше идет приложение под названием Clean Master. Он очищает память телефона, очень удобное. Дальше идет приложение 364 дня. Мое любимое приложение, потому что там вот сегодня, например, день убийц. PixArt — это фоторедактор, где я редактирую все свои фотки. Очень-очень крутой. Дальше переводчик. школьнознание.com. Там задаешь вопрос, например, если ты что-то не знаешь. И буквально за 10, один раз мне ответили за 5 минут, на мой вопрос. Очень удобно. Дальше SoundHound. К примеру, если ты идешь где-то и звучит какая-нибудь крутая песня, просто нажимаешь либо Shazam, либо SoundHound. Но сейчас Shazam, мне кажется, очень сильно испортился. Вот. Поэтому я скачала SoundHound. И оно определяет, какая это песня. Очень-очень круто. Дальше просто папки. У меня хранятся такие приложения, как Мой Том, Моя Анжела, Original 100 Bows. Это шарики, в общем. Line Camera, где можно делать... Ну, соответственно, я там, например, делаю свои обложки для видео. Какой позор, правда? Дальше фотоэффекты, там я делаю свои PNG, либо в фотошопе, просто волшебным мастиком, но все-таки тут удобнее. You can make up, или Perfect 365, без разницы. Flow Paper 3, если мне нечего делать, то я просто сижу и вот так рисую, разрисовываю. Изменитель голоса, очень прикольное приложение, я его использую в последнее время достаточно часто. Дай слово по подсказке. Вообще обожаю это приложение, но сейчас как-то редко в него играю. Premium обои HD, там очень много разных обоев, поэтому я его также люблю. Skype, MobiZen, чтобы записывать видео с экрана. Line Deco. Кстати, вы можете создавать свою мелодию, музыку. Ну, сейчас покажу примеру пример. Сейчас нужно другую поставить. Какой-нибудь там хип-хоп. Я сейчас всякую фигню показываю, но неважно, да? И Crossy Road. Мое любимое приложение.
игра именно. Ну, это, в принципе, было все. Если тебе понравилось это видео, поставь ему палец вверх. И все. Воу, пока. Ты ее видел? Мне просто делать нечего, мне очень скучно. Молодец. Пики.